Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Счастливый день по знаку зодиака на неделе с 22 по 28 апреля. Планеты и астрологические аспекты на любой знак зодиака влияют по-своему. Это может сделать определенные дни благоприятными для каких-либо занятий или событий. Узнайте, какой для вас счастливый день по знаку зодиака на неделе с 22 по 28 апреля. Овны. Удачный день для овнов на этой неделе – вторник, 23 апреля. Положительная энергия Марса, правящей планеты Овна, будет сопровождать представителей этого знака весь день, придавая силу, смелость и решимость для достижения цели. Телец. Тельцов ждет удачи и успех 24 апреля. Благодаря Венере, дающей заряд красоты и гармонии, Телец может провести день, наполненный радостью и удовлетворением в сфере взаимоотношений. Близнецы. Для вас четверг, 25 апреля. Счастливый день для близнецов на этой неделе. Меркурий принесет ясность ума и раскрепощенность. У близнецов может сложиться прекрасная ситуация для создания новых связей и получения важной информации. Раки. Раки почувствуют поддержку звезд в пятницу, 26 апреля. Луна окружит их сильной эмоциональной и интуитивной энергией, давая комфорт и безопасность в личных отношениях и семейных делах. Лев. У вас в субботу, 27 апреля, звезды пророчат счастливый день. Солнце придаст львам заряд энергии и уверенности в себе, что позволит блистать и преуспевать в любой деятельности и ситуациях. Дева. Для дев удачный день 23 апреля, вторник. Поскольку Меркурий, их правящая планета, внимание к деталям и разумность выйдет на первый план, для дев отличный день, чтобы навести порядок и добиться прогресса в своих проектах. Весы. Среда, 24 апреля. Хороший день для весов. Венера даст все возможности, чтобы провести прекрасный семейный день. Насладитесь общением и энергией единства с родными. Скорпион. В четверг, 25 апреля. Скорпионы ощутят воздействие, трансформирующей планету Плутон. У них сложится отличный день для внесения важных изменений и достижения своих целей. Стрелец. Счастливая пятница, 26 апреля, ждет стрельцов. Благодаря Юпитеру, дающему расширение возможностей и уверенность, стрельцы могут провести прекрасный день в изучении новых мест для запоминающихся путешествий. Козерог. Суббота, 27 апреля. Счастливый день для вас на этой неделе. Сатурн поможет проявить стабильность и дисциплину. Построение планов, создание подушки безопасности, определение дальнейших шагов достижения своих задач будут очень кстати в субботу и приведут к ощутимым результатам. Водолей. 28 апреля. Счастливый день для водолеев. Воскресенье подходит для прорыва в проявлении индивидуальности. Уран поможет водолеям стать решительнее в изучении новых способов заработка. Рыбы. 22 апреля для рыб. Мечты, духовность, эзотерика займут ум этого знака в понедельник, благодаря Нептуну, их правящей планете. Рыбы могут провести прекрасный день в своих вдохновляющих идеях и энергиях. Воспользуйтесь подсказкой звезд для успешного проявления своих сильных сторон на этой неделе.